так и будет сюда. Ну да, да, только приближаюсь к каким-нибудь городам. Впереди камера на 90. ЛТЕ показывает, да? Да. Ну, ебани на мой. Билайн тоже ЛТЕ показывает. Да не могу, мне же этот важно. С этого телефона.
пока что-то непонятно. Это показывает то, что мы не этот, не разовые акции, знаешь, там у одного удалили и все, а что там регулярно приезжают. Но не, я сейчас и другую тоже сделаю, у меня были эти, я скопировал уже другую. Thank you.
дорожные работы. Что-то одной девушки так и нет этого отзыва. Ну, вчерашний Hyundai. Соседняя свободная, да, все? Что-то, блин, без интернета ни хрена не получается сделать. Что-то тупит медленно, блин. Пять минут ждешь, пока откроется страница какая-то.
Хэви справа сидит, скучает, грустит. Слушай, мы три кладки успели проехать с этот со скидкой. Да? Да. Все. Четверку успеем, нет? За полчасика. Нам главное на самом деле заехать на нее. Нам уже часа едем. Едем и едем. Что-то я бак бензина уже проехал. Покибали что ли? Как ты? Откуда едешь? А, едем, едем. Как это там? Тут тональчик. Да, ступил я, всегда обладал. Как куда? Ты что? Дальше же едем. Волгограда, там воды уже не мазнуть пока. Кстати, ну блин, он у нас в стороне останется. А что у нас там с Андрюшей? Неделю назад он сказал, скоро все решил. Неделю назад что сказал? Скоро все решил. Подождите еще немножко. По автолядам мы ехали, потому что везде. А укроп все, да? Я так думаю, да. Так ничего и не отдал? Думаю, нет. Скорее всего, если я отдал, то вам об этом не скажут. И что если? Если я отдал, нам об этом никто не скажет. То есть, если с супругом напрямую поговорить, все-таки трое человек. Хочу не поговорить. Какой вам все ведут? Они же так нормально общались.
могу вырубиться, но когда капец какой уставший. Я хочу посмотреть, как он нас ведет. Через что вообще? Ефремов, Воронеж, Погучар, Миллерово, Камень-Шахтинский, Ростов, Тихорецк, Кропоткин, Армавир, Невиномысск, Пятигорск, Нальчик. Так, ну вот до Пятигорска я доезжал, а до Нальчика нет. Кажется, мы до этого не доедем. Так, до гор. Ага. Я думал, будут какие-то там серпантины, что-то такое. Нифига. Thank you.
осталось всего ничего, 1400. Сильный АС постолько же еще, да? Ну да. Этот спутник поставить схему, он прогрузит скорее всего. Что, хряпнут адреналинчика, наверное? Даже хряпнул, что ли? Нет. Я пока не буду.
наверное, на юге же раньше темнеет, по-моему, да? Я не знаю. По-моему, раньше. Если в Москве темнеет там в 10, то на юге, наверное, часов 8. Там на юге солнце раньше встает, да? Нет, встает примерно так же. А может даже чуть позже. Камера где-то. А еще больше. 60 знаков. Да ладно, поэтому что-то 90. Ну, потому что там временный ремонт работы, этот не учитывает это. Поставили, камеру настроили и сидят целый день, семечки жрут и книжки читают. Какие книжки хорошие? Видели, сидят целый день. Не, ну я видел, некоторые там сидят, что-то книжку какие-нибудь. Старички, наверное, какие-то. Ну да, да. Да, из-за там. Молодежь это вообще очень интересно. Что-то, походу, мост будут ремонтировать. Ладно. Увеличим там 6,5, да? 6,5 на 100 километров. А нам нужно проехать в 16... На 100 километров, на 1000 километров 65 литров. Нет. Смотри. На 1000 километров получается, да. 6,5 умножить на 16 раз больше нам надо проехать. 104 литра умножить на сколько там, 43 рубля, да, наверное, 4,5 тысячи. Пару раз, наверное, заправляться придется. Я боюсь, как бы не загореть наполовину, прям вот так. Да? Загоришь. Я так ездил, когда в этот, куда, в Пятигорск, что ли, или в Ставрополь я ехал. В Ставрополь так загорел нормально, блин, одной стороной. Жара была неимоверная, блин. Вот тренировки плюс, да? Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Ну что ты думаешь насчет ноута? Я думаю, нужно. Можно? Конечно. Я согласен, что он нужен. Кредит наш друг. И вот куда бы кто-то сначала на меня взять? Кредит. Давай, не вопрос. Подавнять. Справить немножко, да? Да. Можно двоих попробовать, кому какой процент дадут. Алло, да, пап? Нормально все. Ой, да ладно. Я в 3 часа ночи встал, в 4 уже уехали. Ну,
такое? А мы уже к концу Тульской, по-моему, подъезжаем. Да, вроде работает. Да я что-то не вижу ее. Я убрал этот, как его? Скорость с экрана раздражает, не видно картинку саму. Пятьдесят знак. Не, чё такое? Да не знаю, может и сообщает, я не слышу его. Ну, по-моему, не сообщает ничего. Один раз что-то было у него, когда мы еще с МКАДа только съехали, а потом что-то ничего у него нету. Я думаю, просто если бы еще что-то было, ну, точнее, если бы он продолжал, если бы спутники были, он продолжал бы. Ну, я вижу три антенны, 10 из 22 спутников, я так понимаю. Наверное, нет еще. Она в это время только встает, наверное. Хорошо. Ну, мы сейчас пока этот, до Липецкой области, по-моему, еще не доехали. Мне кажется, мы в Тульской области. Есть, но он не показывает же области. Ну, пока, да там границы эти, присматриваться к ним надо. Все хорошо, давай. Ага, давай. Тебе привет. Как бы я что-то не вижу, на самом деле. Ну, не повыходили еще, наверное. А когда увидишь, будет поздно уже, если нарушать.
это эта машина в депад попадала, да? Да. Взад. Но там не сильно притёртость была. Так, нам немножко, знаешь, что сделать? Поднимать по отзывам наши другие объявления. Не вот только основное. С этого телефона и ты это делал тебя обито. Активное. Форма и удаление катализатора. Удаление катализатора осталось 2 дня. Но просмотров мало. Надо тоже. Слушай, а жена твоя так и не оставила, да, отзыв? Фамилия одинаковая, не пройдет. Надо будет, чтобы она тогда на мой личный оставила отзыв. Может, сам сделаешь? Я тебе расскажу, как сделать. Она проще сделает. Теща надо еще приготовить тогда точно. А у нее тоже есть Авито?